нет лаборатории в создании волшебного питомника парка, деревья инсталляции выращивались вместе с посетителями в пустой зал к центру городской культуры. Для их создания использовался материал, связанный с людьми и с пространством. Скачки и тряпочки были лучшими игрушками, строительным материалом и чем угодно еще. Чемоданы с тканью, фасоли с тканью, даже стена между комнатами старой трущобки, туалетная фанера, а между ней вечные тряпочки. Летом бабушка уезжала работать в пионерский лагерь, где заведовала кладовка, крошечной избушкой. Боже мой, сколько можно говорить. Итак, у нас идет вот эти вот штучки. Значимая тема. Это Алина Пасхина, Алена Пасхина. Значимая тема моих художественных исследований является взаимодействие человека и природы в контексте природо-культурных отношений, о которых пишется, естественно, была Харвард. Мне кажется, Харвард неверно написано по-русски. Как себя определяет, какой день